әлемдік экономика және сыртқы нарықтардағы белгісіздіктерге қарамастан 2013 жылғы қаңтар-наурызда Қазақстан экономикасының оң өсуі қамтамасыз етілді. Алдын ала бағалау бойынша елдің жалпы ішкі өнімі 1-90-да 4,5%-ға өсті. Экономиканың 6 негізгі саласы бойынша қысқа мерзімді экономикалық индикатор 103,7%-ді құрады. Экономиканың өсуіне тұрақты макроэкономикалық ахуал септігін тигізді. Экономиканың әдеуір қаржылық әлеуетті құрылды. 2013 жылғы 1 сәуірде ұлттық қордың активтері 73 миллиард ақш долларынан құрады, және жыл басынан бері 5,2%-ға өсті. Экспорттық пайда түріндегі валюта ағымы төлемі теңгерімі көрсеткішін 10 мәнде сақталуына септігін тигізді. Ағымдағы операциялар шотының профициті 2012 жылы 7 миллиард 700 миллион ақш долларын құрады, немесе жалпы ішкі өнімнің 3,8%. Инфляция ағымдағы жылдың наурызында 0,2%-ді құрады, ал 2012 жылдың наурызында 0,3 болған. Жылдан басынан бері инфляция 1,9%-ді құрады. Бұл 2012 жылдың сәйкес деңгейінен 0,8%-дық тармаққа асып түседі. Негізінен ақылы қызметтерге бағалар мен тарифтерді 4%-ға өсуінің есебінен болады. Бұл ретте азық-түлік тауарларды бағасы өсуінің төмендеу үрдісі байқалады. Олар өткен жылғы 1,6%-ға қарсы 1,1%-ға өсті. Азық-түлік емес тауарлар 0,6%-ға төмендеді, немесе 0,2%-ның тармаққа төмен. Вместе с тем, в региональном разрезе в марте 2013 года, к декабрю 2012 года, наибольший уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский уровень, сложился в Западно-Казахстанской области 4,1%, Актюбинской 2,6%, Жамбыльской и Павлодарской по 2,2%, Костанайской 2,1% и городе Алматы 2,5%. Уважаемые коллеги, проведенный анализ ситуации в мировой экономике показал, что за последние 6 месяцев развитым странам удалось устранить основные угрозы для мирового роста – угрозу распада зоны евро и фискального обрыва в Соединенных Штатах. На этом фоне ситуация на финансовом рынке значительно улучшилась, но это не привело к улучшению реального сектора экономики во многих странах. На прошлой неделе Международный валютный фонд в очередной раз понизил свои прогнозы. В 2013 году рост мирового ВВП незначительно превысит уровень 2012 года, который составил 3,2%, и составит в этом году 3,3% вместо запланированных ранее 3,5%. Таким образом, несмотря на прогресс преодоления ряда проблем, сохраняются риски, способные в любой момент ухудшить тенденции восстановления позиции. Во-первых, Соединенные Штаты, несмотря на предотвращение фискального обрыва, в текущем году ожидается чрезмерная бюджетная консолидация, которая может замедлить экономический рост страны и мира в целом. Прогнозируется, что экономический рост США понизится до 1,9% в 2013 году по сравнению с 2,2% в прошлом году. Второй риск – повторное обострение долгового кризиса еврозоны. Банковский кризис на Кипре в очередной раз показывает неустойчивость стран Евросоюза. Большая долговая нагрузка, структурные недостатки и высокий уровень безработицы в периферийных странах еврозоны продолжают представлять опасность для роста экономики региона. Сокращение экономики ожидается на уровне 0,3% ВВП в 2013 году по сравнению 0,6% в прошлом году. И третий риск – это замедление роста Китая на фоне слабого спроса со стороны Соединенных Штатов и Европы и перебалансировки экономической структуры страны на внутренний спрос. По итогам 2012 года экономика Китая выросла на 7,8%, что стало самым низким результатом с 1999 года. В 2013 году ожидается незначительное ускорение роста ВВП до 8%. На фоне слабого спроса наблюдается снижение роста промышленного производства до 8,9%, что ниже целевого уровня в 10%. В целом, слабый рост мировой экономики продолжает оказывать негативное влияние на замедление роста отраслей промышленности нашей республики. Сокращение мирового спроса на продукцию черной металлургии привело к сокращению индекса физического объема отрасли на 20,8% за 3 месяца текущего года. Снизились объемы производства АО «ArcelorMittal Temirtau». На сегодня загруженность сортопрокатного цеха предприятия составляет чуть более 50%.
При этом необходимо отметить положительную динамику в других отраслях обрабатывающего сектора. Так, производство цветных металлов выросло на 4,8%, легкая промышленность на 4,7%, химическая промышленность на 1,6%. Рост продукции в машиностроительной отрасли и производстве напитков составил 21,3%. В целом, производство продукции в обрабатывающей промышленности выросло на 1,6%. Выпуск продукции в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,7% в результате роста добычи природного газа, руд цветных металлов и сырой нефти. В целом, рост промышленного производства составил 1,9%. Положительная динамика производства промышленной продукции наблюдается во всех регионах, кроме Акмолинской 97,5%, Карагандинской 98,7%, Кызылординской 99,8% и Павлодарской 97,3%. Поэтому я хотел бы еще раз обратить моих коллег из Карагандинской и Павлодарской области, которые являются нашими флагманами индустрии, что надо обратить особое внимание на ту статистику, которую мы получили по итогам первого квартала. Росту промышленного производства на стране также способствовала реализация карты индустриализации. За весь период, по данным агентства по статистике, введенными проектами произведено продукции на сумму более 1,7 триллиона тенге, в том числе за первый квартал 2013 года это 235 миллиардов 500 миллионов тенге, или 5,2% от общего объема промышленного производства. Росту деловой активности в стране и развитию малого и среднего бизнеса прежде всего способствовала реализация программы «Дорожная карта бизнеса 2020». На сегодня мерами поддержки по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» охвачено более 30 тысяч предпринимателей. Всего по трем направлениям программы по состоянию на 8 апреля 2013 года субсидированием было одобрено 2966 проектов на общую сумму 731,4 миллиарда тенге. По предоставлению гарантирования по кредитам оформлено на общую сумму кредитов 20,3 миллиарда тенге. Подписано договоров гарантий по 147 проектам на общую сумму 17,1 миллиарда тенге. Строительство и реконструкция производственной инфраструктуры осуществляется для 409 предприятий на общую сумму инвестиций 78 миллиардов 300 миллионов тенге. Социально-экономическим эффектом реализации программы является то, что к настоящему времени сохранено 136 тысяч и дополнительно создано более 34 тысяч новых рабочих мест. Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-марте 2013 года составил 206 миллиардов 900 миллионов тенге, увеличившись на 0,4% к уровню прошлого года. В региональном разрезе наибольший рост наблюдается в Акмолинской области, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Наибольшее снижение произошло в Костанайской 10%, Актюбинской 5,3% и Мангистауской 5,2%. Важным фактором роста экономики стало увеличение потребительского спроса, о чем свидетельствует рост розничного товарооборота с начала года на 12,5%. При этом рост объема розничной торговли отмечен во всех регионах страны. Восстановление активности в отраслях экономики способствовало росту сферы услуг. Объем перевоза грузов всеми видами транспорта за период увеличился на 8,7%, услуги связи выросли на 11,5%. Хочу отметить, что одним из основных факторов роста экономики является наметившаяся тенденция увеличения объема инвестиций в основной капитал, которые в первом квартале выросли на 8,5% по сравнению с первым кварталом 2012 года, который составлял 3,1%. Рост инвестиций в обрабатывающую промышленность составил 42,2%, в транспортную среду 22,2%, в горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство более 12%. Наибольшее увеличение объемов инвестиций отмечено в Кызылординской области 2,3 раза, Восточно-Казахстанской на 44,3%, Жамбыльской на 42,9%, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Карагандинской областях. При этом сокращение инвестиций произошло в Акмолинской области на 7,4%, Алматинской 5,3%, Южно-Казахстанской 8,8%, в городе Астане на 8,4% и в городе Алматы на 18,9%. С начала года на жилищное строительство направлено 86,4 миллиарда тенге инвестиций, или на 6,7% больше уровня прошлого года, что позволило ввести в эксплуатацию 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Сокращение внешнего спроса с начала 2013 года привело к сокращению внешнеторгового оборота страны на 5,4%. За январь-февраль экспорт товаров сократился на 14,1%, в основном за счет сокращения как физических, так и номинальных объемов экспорта с третьими странами на 16,7% и 15,6% соответственно. Отмечается наибольшее снижение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов на 16,3% и 16,6%, на которые приходится около 70% всего валового экспорта.
При этом увеличился экспорт третьей страны алюминия необработанного, меди рафинированной и химических элементов. В целом, импорт товаров с начала года вырос на 19,1%. Положительный сальдо торгового баланса составил 6,9 миллиардов долларов США, что на 33% меньше, чем в январе-феврале 2012 года. Взаимная торговля со странами таможенного союза за два месяца увеличилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 миллиарда долларов США. Экспорт вырос на 7,7%, в том числе в Россию на 7,4%, в Беларусь на 37,2%. Импорт увеличился на 30,5%. При этом импорт из Белоруссии сократился на 16,8%. Адекватный рост экономики обеспечивает социальное благополучие граждан страны. Реальный денежный доход населения за два месяца 2013 года выросли на 2,6%. Номинальная заработная плата выросла на 7,8% и превысила 101 тысячу тенге. Ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень безработицы в марте составил 5,3% от экономически активного населения. Этому в значительной степени способствует реализация программы занятости 2020, для реализации которой в 2013 году предусмотрено более 71 миллиарда тенге. В первом квартале с 19 800 участниками подписаны социальные контракты, более половины из них, которые молодежь. В рамках программы профессионального обучения охвачено более 33 тысяч человек, свыше 23 тысяч человек направлено на социальные рабочие места и молодежную практику. 8,5 тысяч получат микрокредиты, и 6,5 тысяч человек будет обучено основам предпринимательства. Реализация инфраструктурных проектов в сельских населенных пунктах со средним и высоким потенциалом социально-экономического развития позволит создать в сельской местности дополнительно 14,5 тысяч рабочих мест. В целях улучшения условий жизни граждан продолжается реализация программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Акиматами за счет выделенных средств на сегодня отремонтировано 1217 домов. Вместе с тем, в Акмолинской, Атрауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Казлардинской, Мангистауской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областях и городах Астана-Алматы имеются незавершенные ремонтом дома в общем количестве 96 объектов. В 2013 году в рамках программы предусмотрено 14 миллиардов 658 миллионов тенге на реализацию 66 проектов. Планируется построить и реконструировать 1012 километров сетей и 13 котельных до 100 гигакалорий в час. В рамках практической реализации указанных проектов в настоящее время проводятся конкурсные процедуры. В 2013 году по программе модернизации ЖКХ пока не реализуются проекты по городу Астане, Алмате и Северо-Казахстанской области, в связи с тем, что мы не видели пока заявок. В рамках программы «Акбулак» в 2013 году на реализацию 300 проектов предусмотрено 78,1 миллиарда тенге. В результате реализации указанных проектов доступ к централизованному водоснабжению по городам планируется достичь 85%, по сельским населенным пунктам 45%. Вместе с тем, по Атырауской области, где износ городских сетей водоснабжения составляет около 60%, на 2013 год бюджетная заявка акиматом области пока нам тоже не предоставлена. На строительство арендного жилья для очередников областным бюджетом, бюджетом городов Астаны и Алматы в 2013 году выделено из республиканского бюджета в сумме 17,5 миллиардов тенге. План ввода арендного жилья на 2013 год составляет 285 200 квадратных метров. За первый квартал 2013 года введено в эксплуатацию и приобретено 21 200 квадратных метров площади и 357 квартир. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, по итогам первого квартала текущего года наметилась тенденция ускорения роста ВВП, при сохранении которой темпы роста экономики в первом полугодии должны составить 5%. Во втором полугодии, с учетом сезонных факторов на фоне спада прошлого года, в первую очередь в сельском хозяйстве, мы ожидаем прирост ВВП на уровне 6,8%, что позволит обеспечить в целом по году рост ВВП на запланированном уровне 6%. Для обеспечения целевых индикаторов роста и реализации поручений данной главой государства, правительству совместно с местными исполнительными органами необходимо решить следующие задачи. Первое. В целях достижения запланированных показателей необходимо особое внимание сконцентрировать на мобилизации имеющихся ресурсов и принять необходимые меры по обеспечению роста в отраслях и сферах экономики. Министерство индустрии и новых технологий необходимо активизировать работу по обеспечению ввода планируемых в 2013 году 108 проектов на сумму порядка 500 миллиардов тенге и выходу на проектную мощность ранее введенных объектов в рамках карты индустриализации. Принять действенные меры по поиску новых рынков для расширения географии экспорта отечественной продукции и поставок на внутренний рынок, в том числе провести соответствующую работу с крупными компаниями обрабатывающей промышленности с использованием инструментов таможенно-тарифного регулирования.
Министерство сельского хозяйства совместно с регионами необходимо усилить работу по развитию животноводства и обеспечению роста в растениеводстве. По данным областных управлений сельского хозяйства, потребность сельхозпроизводителей республики в дизельном топливе на проведение весенних полевых работ составляет 360 тысяч тонн. По состоянию на 15 апреля обеспеченность здесь топливом составляет 145 тысяч или только 40,3%. Министерство нефти и газа с учетом возможного перенесения срока начала освоения месторождения Кочеган проработать возможность увеличения объема добычи нефти по другим месторождениям для обеспечения добычи нефти в ранее запланированных объемах. Второе. Обеспечение макроэкономической стабильности, прежде всего, это недопущение роста цен на внутреннем рынке. Агентству по регулированию естественной монополии необходимо не допустить превышения предельного уровня вклада тарифов на регулируемые тарифы на регулируемые услуги в инфляцию выше утвержденного показателя 1,2%. На основе актуализированного прогноза макроэкономических показателей на среднесрочный период будут разрабатываться бюджетные параметры на 2014-2016 годы. Формирование проекта бюджета на следующий трехлетний период будет осуществляться уже с учетом новых подходов, которые будут определены в концепции бюджетной политики, которая рассматривается сегодня правительством республики. Администраторам бюджетной программы по итогам освоения бюджетных средств за прошлый год необходимо оптимизировать расходы, не обеспечивающие экономический рост и занятость населения, перенаправив их на наиболее эффективные и приоритетные направления. Благодарю за внимание. Спасибо.